Сегодня принят бюджет союзного государства. Его доходная часть составит почти 7 миллиардов российских рублей. На эти средства предусмотрено финансирование 8 программ. 4 из них новые. Речь идет о совершенствовании пограничной безопасности, системы защиты информационных ресурсов союзного государства и объектах военной инфраструктуры. Главный документ союза двух стран рассмотрели на очередной сессии парламентского собрания. Оно прошло в Брянске. Люди судят о союзном государстве и о нашей работе, потому насколько они могут воспользоваться здравоохранением, образованием, трудоустроиться и насколько действительно у них реализация идет равных прав конкретно для каждого человека. Парламентарии обсудили также вопросы сближения законодательств Беларуси и России. Расхождение в нормах часто приводит к проблемам, особенно это касается экономики, миграции, трудоустройства, а также пенсионного обеспечения. Наибольших успехов удалось достичь в здравоохранении. Участники сессии договорились чаще встречаться в приграничных регионах двух стран, где много совместных предприятий, и ситуацию можно изучить на месте.